Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, комрады, это канал Morgan Games. Мы продолжаем прохождение хоррора Сома. И нам надо как-то попасть в лифт, чтобы выбраться наконец со станции Тета, да? Как-то что-то нам надо сделать? Ну, назад, подожди. Отключение дверного замка. Мы смотрели. Управление кодами. Панельный чип соединен. А, этот чип надо... Обновить его надо, короче. Видимо, чтобы он подошел к лифту. Стандартный шифр Тета. Охрана Страмейер, короче. Это начальник, видимо, охраны. Обновите код. О! Назад теперь. Сообщение охраны. Внимание, конференц-зал, станция шаттлов. Внимание, машинный ангар 11 января. В результате большой протечки структурного геля НИУ перехватило управление над Данбет. Было принято решение поместить весь сектор в карантин, чтобы избежать дальнейшего распространения геля. Меньше всего нам нужна еще одна говорящая машина. Ну, это понятно. Так. Ждем, пока эта тварь отсюда свалит. Потом открываем дверь и валим нахрен. Так. Собака, куда ты прешь? Закрою. Ага, сейчас будешь как открывать мне чуть-чуть. Пролазить сюда пытаться. Короче, вот этим мне уже не нравится. Если мне в прошлый раз не нравилось, там на... На чем мы были? На Лямбде, там на... Дельте. Там, где у нас был такой монстр-телепортатор, короче, который телепортировался, прямо перед тобой появлялся, на него нельзя было смотреть. То тут... Тут все еще страшнее, на самом деле. Я думал, тут будет легче. Этот монстр, он как бы вроде как и не такой опасный, он не такой скоростной, если только тебя не видит. Ты можешь от него заныкаться. Если он тебя узрел, то все, трандец. Он начинает быстро за тобой гнаться, и хрен ты от него сможешь сбежать. Он идет. Сиди. У-ху-ху. Вали уже давай отсюда. Блять. Пошли. Блин, все темно, еще нихера не видно. Так, хорошо. Ух, лифт остался. Код доступа принят. Закройте зажимную панель. Чего тебе закрыть? Ну, закрыл. А-а-а, давай! Лаборатория, техплощадка, станция, хрен его знает. Станция, давай! Станция! Мы прорвались, короче, все нормально, можно жить. Я уже знаю, что эта тварь, знаю, бежала сейчас сюда. Потому что музыка такая была. Нагнетающая прям музыка. Тут вообще атмосфера просто ух, накал. Не, это реально игра очень атмосферная прямо. Я скажу, просто атмосферы тут более чем достаточно. Более чем 100%. Более чем сотка атмосферы в этой игре. Ух! Чё опять? Я ж думал, мы уже приехали. Нигде нет уверенности в безопасности. Всё, панель погасла, всё, хана. А как теперь выйти отсюда?
Куда теперь выходить-то? Народ, что делать, бляха? Кэтрин, где ты, когда так нужна? Ау. Чё, подожди, что делать? Это я снова тут вниз лезть. Твою мать, покалечили меня, мое женское-мужское тело покалечили. Имаджин, вставай, мы с тобой теперь вместе управляем нами. Так, где это мы, короче, в какой-то шахте? Я так никогда такими темпами из Тета не выйду. А, нам вот сюда надо. Так, оп. Да ну нихера себе, ребята, хорош уже. Серьезно, это не смешно. Как я по этой гадости ступать-то буду-то, а? Фу, бляха, фу, бля. Фу, фу. А куда, туда или тут гель плавает? Чё-то я не вырубаюсь, подожди. А чё у нас здесь? Это шаттл! Только что-то он какой-то покосный, там кто-то валяется, полумертвый. Еле дышит, короче. Я на этом шаттле далеко не убегу. Фу, блин, вонючие наросты. Так, сюда мы точно не сбежим, тут ни хера нету для нас. Это знаете, что мне уже начинает напоминать? Начинает напоминать мне этот... Вот смотрите, на эту картинку... На это мясо на фоне шаттла, это как Dead Space, прям, похоже. Только здесь, блин, Dead Ocean какой-то. Погнал, 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 давай, не стой на месте, не стой, не стой, мы же должны... Бля! Отпусти меня, сука! Мать, что это было сейчас? Видал, короче. Прикинь, блядь, мы бежали, бежали и попали в руки прямо этому гаду. Что с нами теперь? Тихо, тихо. Все хорошо. Чё? Что? Все закончилось. Расслабься. Я у себя дома. Эшли? Что ты тут делаешь? Мы с тобой вместе, как и все пары. Но мы же не... Я тебе не нужна? Нужна, конечно, но что случилось? Мы влюбились. Мать же твою! Нихера себе влюбились, блядь. Я не хочу так влюбляться, идите на бок. Я в этом наросте. Они пытались меня прикрепить к этому мясу. Вылазь, Саймон! Какая жесть, вот это я здесь был, да? Транда! У-ху, жесть! Просто, мать его, жесть. Туда не пойду, там жарко. Куда идти тогда? Опять мы пришли туда, куда и... Так а чё, там дверь заклинила, а тут теперь, блин, не понять. А тут открыта, вот эта дверь открылась. Раньше она была закрыта, я помню это. Я это помню. Опа! Еще один чувак, которого сюда Нио прикрепила. Мужик, дай тебе руку пожму, мы с тобой... Почти братьями стали, но я не такой, как ты. Я роботизирован, я немножко того, я немножко и баба, и мужик, поэтому я сильнее, я выбрался. А ты, слабак, ты заразишься. Твою ж мать, их сколько вас тут вообще, народ?
Вон там эта тварь. Блять. Твою мать, твою мать! Ну что это такое, блин? Куда тут идти-то? Фух ты, блях. Сюда не прощемиться. Чего я сюда попёрся-то вообще? Тут ничего нету. Тут ничего нету. Что теперь делать? Сволочи вы, сволочи. Что направили меня сюда? Где эта тварь ходит-то? Фух, блядь! Что такое? Вот там за дверью, по-моему, она. Иди на звук, падла. Бляха, бляха, бляха. Чё это такое? О, не надо, не надо, не надо, потуши свет. О, блядь! Какого я хрена свет врубал-то? Ниу, ты меня задрала, тут тупик. О, как на ведро реагирует сразу. Давай. Пошло, сука, пошло. Ведро не здесь упало, падла. Я не сюда его кинул, блядь. Скоты. Просто, мать его, скоты. Как не знаю, как от них сбежать тут, блядь. Ух, давай. Соберись! 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 Мы должны переправиться куда надо. Туда нам надо. Черт тебя побери! Вот заветная дверь. Лекарство! Давай, давай, давай! О, это как принять активированный уголь, когда у тебя срачка. Пошел ты, блядь, в жопу, сука! Давай, скорей, 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 скорей! Он зашел или не зашел? Да, он там стоит. Какая ж ты мразь! Плюнуть бы на тебя туда! Убирайся вон! Проваливай! Я надеюсь, там ничего интересного в этом кабинете нету? Чтобы посмотреть. Все, пошли нафиг! Пошли отсюда вон!
Блин. Я думал, я с этой игрой так надрываться не буду. Но это реально стрёмно. Что это тут выкачивается? Смотри. Какие-то трубы выкачиваются, что-то там жидкость какая-то бежит. Куда я вылез? Позвольте спросить, тут нихера. Короче, как только чувствуем опасность, сразу щеманем туда и там запрячемся в этом вентиляции. Запрячемся, они туда нас не достанут. За ногу там, я думаю, нас вытягивать не будут. Так, блин, что такое? Опять наросты. Тут вся тета обросла этой херотой. Надо как можно скорее отсюда щемиться. Как можно скорее идти на омикрон, одевать этот скафандр, и, может, мы в нем будем немножко в безопасности все-таки, чем вот в этом нашем костюме. Твою ж-то мать! Ты ж пошел на бок оттуда! Бля, идет сюда! Что ты будешь делать? Расскажи, пожалуйста, блядь! А, сука! Не знаю, блин, что с тобой делать, блин. Че, мне как отсюда вылезти вообще? Пошел ты в очину, блин, скотина. Там лекарства еще. Будем постепенно подзаряжаться. Короче, как занюхивать дозу. Отсыпь чуть-чуть, чувак. Отсыпь. Давай. Мне это нужно, мне это правда нужно. Меня просто ломает, дергает всего. Мне это нужно. Спасибо. Ух. Сразу стало легче. Куда теперь щемиться? Закрывай за собой дверь. Фу, бляха, ну народ. Еще вентиляция есть. Подожди, а здесь тогда что? Какой толк от той вентиляции, если тут... А, мы пролезем туда, за эту дверь, которая не открывается. Скорее всего, так и будет. Я так просто предполагаю, предсказываю. Ладно, давайте посмотрим, что у нас получится. Вот это жесть же, однако. Всем жестям жесть. Я не знаю вообще, как породились такие вот чмыри, почему именно машинное масло, этот структурный гель такое сделает с людьми. То бишь, если ты в реальной жизни попьешь, скажем, бензина, то ты станешь таким вот чуваком, да? Поэтому не пейте бензин, не пейте столярную жидкость, вообще не глотайте машинное масло, смазки и все прочее. Чё? Чё сказал? Что-то эта история там длиннее, чем все, что-то такое сказал, не знаю, короче. Рассказывай сам себе лучше. Это постепенно, видимо, мутирует уже. Может, это последняя стадия его мутации, и он потом станет таким же, как вот эти чмыри, которые за мной гоняются. Вот же тварь. Еще один. Их тупо дохренища здесь. Подобное скотство. Иди, куда идешь? Как мне туда, блин, пройти, не знаю. Ну-ка, то пошел. Блин, там закрыто нахрен. Патрулирует, сука. А, он дверь открыл и туда пошел. Или нет? Или он ко мне уже идет обратно? Он сюда идет обратно, тихо.
Не трожь меня, не трожь, не трожь, не трожь, падла, не трожь. О! Это наш шанс. Нет, никакой не шанс, он сейчас развернется, блядь. Давай, 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 давай. Давай, давай, пока он там закрыт. Ай, молодец. Ай, тебе памятник ставить надо, Саймон. Все, ух, пошел, 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 пошел. Нормально, блин. Он остался пока позади шагов на 30 точно. Оторвался от нас. Точнее, мы от него оторвались. Это уже хорошо. Бля, что тут делать-то? Тут ничего не видно. Куда тут надо идти? Спрашивается. Вы чё, ведь понимаете? Потому что я уже нихера не понимаю. Тихо. Да блин, ну народ! Я грибу! Чё делать-то? Чё делать опять-таки, ну? Вали уже оттуда и не мешай мне выживать здесь. Тут все закрыто. К чертям. Там вон лестница какая-то есть, но как тут открыть вот эту вот штуку? Ни хрена не... Подожди. Что это такое-то? О, тихо. Что-то врубили, короче. О, блин. Ха-ха, блядь, сука! Пошел ты нахуй, сука, бабка, блядь! Давай, давай, давай! Ух, бляха! Ух! Мы от него свалили. Так я не знаю, как мы свалили, но это было просто эпично. Мать его, эпично было. Все. А куда меня несет-то? Подожди. Как всплыть? Наверх, как всплыть? Что-то я под водой, и нихера тут непонятно. Все затоплено. А вот какая-то лестница вроде как. Так, хорошо, мы вылезли куда-то. Куда-то лезем пока.
Сейчас, как обычно в этой игре, лестница просто возьмет и оборвется. Ну, как обычно бывает, а чё? Я уже тогда не удивлюсь. Куда я прусь сейчас? Какие-то водостоки непонятные. Знать бы, куда нам надо выйти-то. Тут хрен пойми. Давайте лезть просто наверх. Как бы. А, вот нам сюда, наверное, надо. Или потом чё? По тому водостоку пойти или чё? Слазим туда не спеша потихоньку. Ой, тихо-тихо-тихо. Спокуха. А теперь-то чё предлагаешь? Да ну не, это не вариант. О! Вот, точно, подожди. Да уберись отсюда. Вот оттуда мы прыгали, да? Думаю, естественно, нам сюда надо. По канализации, короче. Пошли, 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 пошли. Щеми, щеми, щеми. Главное, чтобы тут эти твари не орудовали опять. То они мне уже все нервы попили. Фу, хоть полечусь пока. И то хорошо. Так, неплохо пока что. Нормально, держимся. Рычаг какой-то тянем. О! Пошли, пошли. О, блин, издевайтесь просто. Меня смыло в унитаз, короче. Вот это жесть, да? Я думал, сейчас будет погоня по туннелям, лабиринтам от этого монстра, и это капец был бы. Да он бы сразу меня догнал бы. Здорово. А ты кто? Я выбрался из теты к чертям. Слава Господи тебе, блять, наконец-то. Туда я больше вообще желанием не горю попадать. А что если обратно пойти? Давайте посмотрим. Чисто ради интереса. Прикол. А, дальше оно уже просто не бежит. Ну и ладно. И хорошо, потому что на Тете у нас было столько мучений, сколько не было мучений пока ни на одной станции. Я не знаю, что у нас ждет на Омикроне. Туда ж поехал остальной персонал, который еще спасся и оставался в живых. Тут на Тете стали заражения все эти происходить этих каких там структурных гелей, НИУ, короче. Все остальные, чтобы не заразиться, пошли на Омикрон. Ну, я надеюсь, что на Омикроне должно быть все хорошо, ну, как знать. Может, будет еще хуже. Харт, нет! Что случилось? Что она сделала? Скорее, ее надо оттуда вытащить! Твою мать, Харт запас кислорода взорвала, запечатала тоннель! Очень не хотела, чтобы Акер шел за нами на Омикрон. О, черт, она же ранена! У нее костюм протекает. Надо доставить ее на Омикрон. Черт, плохо дело, очень плохо. Твою мать, нет! Короче, плохие дела. Харт тоже пожертвовала собой, типа. Ладно. Идем тогда дальше. Нам надо, наверное, найти какой-то шаттл, который нас на Омикрон доставит, или что? Честно говоря, без понятия. Тут он какие-то глобусы. Так, давайте найдем Омикрон. Давайте найдем. Давайте без давайте. Давайте уже, конечно, возьмем себя в руки и не будем так
попадать в такие неприятности, а то эти гады дадут нам просраться запросто. И что это такое? Отказ питания. Везде отказы питания, да? А где нету отказа? Есть такие шаттлы или что это такое, где бы не было отказа питания? А вон там что-то такое стоит интересное. А ну тихо. Что, все еще отказ? Какого хрена? А может уже и не отказ, ну подожди. Да не. До сих пор отказывает. Здесь ни черта не получается, а тут что-то светится уже желтое. Просто свет, типа фонарик такой. Ясно. Блин, Ниу все захватывает. Захватывает целый океан. Вот что-то похоже на шаттл. Substation 3, омикрон, подстанция... А, это и есть омикрон уже? Мы что, пришли уже так быстро на омикрон? Во, даем. Ну, давай залезем сюда. Посмотрим, что там. Это подстанция еще. Отказ питания отключен. Недостаточно прав. Понятно. Надо что-то, короче, сделать с питанием, чтобы оно не отказывало. Что именно сделать, хрен его знает, бляха. Где-то что-то надо включить, а где, пока неизвестно. Давайте спустимся еще вниз. И будем искать, где что можно включать, чтобы потом на эту подстанцию вернуться и все активизировать. Как-то все это очень странно и недружелюбно выглядит. Вот тут вот какая-то чертовщина еще. Непонятка какая-то. Все подключается к этой подстанции. Вот отсюда ведет. Может, там какая-то рубка есть, чтобы типа в эту рубку зайдешь и там где-то что-то перенаправишь питание. Сестёнок. Это омикрон. Надеюсь, там есть еще скафандр. Да, я тоже надеюсь. Омикрон. Вот такой скафандр. Эй, давай, открывай! Что за хрень? К апокалипсису готовятся. Омикрон на карантине, поэтому не ответили на ваш вызов. Эй! Ради бога, Страски, это же радио. Ты как будто напрямую докричаться хочешь. Йонси, ты как там? Лу, я знаю, что ты из молчунов, но все-таки иногда говори, чтобы я знала, что ты в порядке. Йонси? Йонс, открывай! Твою мать, давай опять в пристройку, может сможем разобраться, пробиться. Мы теряем Йонсу! Соберись уже! Альвара, мы сейчас ей ничем не поможем. Включай стазис, давай проверим пристройку. Они, короче, Йонси потеряли. А я потерял, блин, тут не знаю, что делать. Как бы... Теряюсь в догадках. Тут отказ питания везде, короче. Как я попаду сюда, если тут отказ питания, отказ меня пропускать? А если я пойду туда, я там упаду? Вот что мне интересно. Давайте это узнаем. Куда я иду? Там же опасно. По-любому опасно, но только через опасности и проходит самый истинный путь. Вон там что-то, какая-то дверь есть. Может, нам туда и надо?
Нифига себе. Куда мы попали вообще? Давай, 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 давай. Молодец. Пролезли. Кнопочка. Ну, открывайся, собака. Чего я нажимаю на тебя-то? Pressurized door. Короче, что-то там дверь под давлением или что? Что такое? Почему камера дрожала? И нахрен я сюда полез? Спроси себя, Саймон, зачем ты это сделал? Давай, давай, обратно залазь. Шикарный, как я, вашу мать, попаду на омикрон? Тут мне явно ничего не светит. Ну реально, что там я могу найти? Кроме жопы. Полной. Та дверь тоже не открывается. Ну и какого хрена? Как нам тогда быть здесь? Надо, я так полагаю, что избавиться от отказа питания, чтобы питание не отказывало. Только тогда мы сможем что-то где-то там добиться, чтобы кнопка была не красная, а хотя бы желтой. Но питание отказывает, и поэтому мы не можем ничего пока придумать, что тут как замутить. Почему-то горит вот эта лампочка желтая, а если все остальные лампочки что-то не горят, почему так? Может, тут тоже есть какая-то связь? Тут не понять чего, там он что-то есть синее светится. Мне кажется, это Нио блокирует питание. Как-то его надо вырубить, а как его вырубить? Может, где-то что-то здесь отключить или не знаю. Тут у всех питание отказывает, видите? Опять мы начинаем, короче, тупить походу. Как мы это обычно умеем делать. Отказ питания. У меня уже отказ нервов. Так. Может, все эти штуки обойти надо, короче, по одному, поочередно и по каждой посмотреть, типа, что как там происходит. Что их не устраивает конкретно, и там уже разобраться по ходу действия. Ну, честно говоря, не знаю. Тут у одной только был прикреплен этот... лечилка моя была прикреплена к одной из них. Я ею воспользовался, все должно было наладиться, но, блин. Все равно одни сплошные отказы. Ну-ка. Ничего нету. Ничего нету. Вот там была лечилка, я вижу. Ну, тут должно что-то быть. Ну что? Подожди, вот что-то тут экран этот... Что это за хрень такая, я не пойму еще. Странная какая-то. Что-то похоже на робота, но и не робот. И это все приводит нас обратно к омикрону. Тут тоже такая штука. И к чему она, интересно? Непонятно. Кабеля какие-то.
Ладно, давайте, чтобы так бездумно не шататься, давайте мы на этом закончим серию, потом я уже подумаю, что и как, может, тут сам чуть-чуть пошмонаюсь и, может, что-нибудь сделаю правильно. Если таки я найду способ, то в следующей серии мы быстренько к этому способу сначала самого вернемся и покажем все как надо сделать, чтобы попасть на Омикрон. И будем уже исследовать дальше станцию Омикрон, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, кому понравилось. С вами был Морган, всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока. Завалили еще одного. Зачем увлекаешься, чувак? А вы, да, он же еще школьный. Ты просто отличный молодец, спасибо. Так он ночью. Ну, а где вторая еще одна была? Вон одна лежит. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что это.